В интернете этого парня прозвали «каячным мастером». Все дело в том, что он делает свои безумные трюки на своем каяке. Он ловко прячется под водой, да так, что в комментариях его начали не в шутку сравнивать с Акваменом. Говорят, что он настолько часто переворачивается на этой байдарке, что успел познакомиться со всеми рыбами из этой реки. А кувырки настолько восхитительны, что русские рэперы позавидовали бы его флипом. Посмотрите, как он исполнил трюк с этим стаканом пива. Мужчина перевернулся со своим каяком на бок, но поразительно, что стакан с пивом остался наверху. И из него ни капельки не пролилось. Но последний трюк в бассейне был более поразительным. Все происходило в бассейне. Парень прыгал вверх и вниз, чтобы перевернуться. Он перевернул своего напарника и использовал его каяк как батут, да так, что даже смог сделать настоящее сальто в воздухе.